Какие это услуги? Они одни из самых востребованных во взаимоотношениях налогоплательщика и налогового органа. Например, с момента введения в действие этого дополнительного соглашения через сеть МФЦ физическое лицо сможет представить заявление в налоговый орган об использовании налоговой льготы, об уточнении информации об объектах налогообложения, направить сообщение, касающееся объекта, по которому не получено налоговое уведомление, ну и ряд других государственных услуг. Если вы задаете вопрос, а насколько востребованы окажутся новые услуги, почему они включены в пилотный проект, ну, достаточно сказать, что у нас более 240 тысяч физических лиц на территории Рязанской области, которые на постоянной основе используют налоговые льготы. Рязанцы смогут узнать и погасить свою задолженность по имущественным налогам в любом МФЦ. Помимо информирования, в офисе центра можно будет подать заявление на предоставление налоговой льготы по налогу на имущество, земельному и транспортному налогам. Также здесь можно получить распечатанную квитанцию и погасить долг, воспользовавшись ближайшим терминалом. Новая услуга будет оказываться бесплатно во всех офисах МФЦ при предъявлении паспорта, а также соответствующего заявления.